Всем привет. Ноябрь, 15 число. Я еду за первой партией моего товара. Наушники AirPods 1 в 1, копия люксовая. Соответственно, вот на самокатике. Вот туда. Снег был, но уже стаял. Давайте начинать. Поехали. Итак, у нас приехала вот такая вот посылочка. Сейчас мы с вами ее откроем. Первым классом. И вообще совет, друзья, если вы что-то покупаете на пробу в качестве какой-то перепродажи, покупайте не в больших партиях, 5-10, максимум 15 штук. Потому что если вам не понравится качество, сейчас я в сторонке все это дело бахну, если вам не понравится качество, то, соответственно, вы сможете хотя бы по себестоимости это дело все слить. Иногда бывает в жизни, что человек, которого ты очно не знаешь, знаком только заочно, и знаком всего несколькими там днями, получается, эти люди иногда делают очень большое количество полезных дел. Итак, у нас внутри вот такая вот посылочка. В любом случае, всегда это должно быть отправление первым классом, коробка в сторонку. Здесь еще какая-то фигня, тоже в сторонку. И самое главное, что у нас находится вот в этом пакетике. Так, у нас здесь AirPods вторые. Мама мия. 4. 5. Итак, кто смотрел стрим, наверное, вы не смотрели, вкратце расскажу. Это пробная партия в количестве 5 штук AirPods. Они все запечатанные, имеют, соответственно, вот такую заводскую упаковочку. Абсолютно все кейсы, это самая лучшая 1 в 1 копия, реплика, которая существует на данный момент. Сейчас мы разблокируем фокус и поставим фокусировку вот так. Вот так вот это все дело выглядит. Слушайте, ну первые впечатления, это, конечно, ну вот если бы я вообще не шарил, то я бы, наверное, подумал, да ладно, серьезно, это оригиналы, не? Как вам, а? А? Это вам не копия за 2000 рублей в рознице. Это не i85 10500 стройкомплект Edition. Это нормальная, качественная продукция по очень классной цене. Не отправляй мне упаковки, которые вот так немножко поюзаны. Но по большому счету разница-то какая? Здесь вот есть немножко. Ну, в большей степени здесь все нормально. Вот эта коробка у нас мятая. Это запечатанная. Вот эту мятую коробку, скорее всего, мы и откроем. Ну, не знаю, что лучше, вот эту открыть или вот эту порванную, вот здесь вот, да, видите? Или вот такую вот замятую. Вот она немножко помялась, но здесь вина, мне кажется, даже не почта. Здесь она чуть-чуть совсем, ну, новую запечатаем вообще. Отлично, отлично. Итак, друзья, напоминаю, у нас проект «Бизнес с нуля» на товарке, а конкретно на наушниках AirPods. Очень точная копия, люксовая копия. Это очень по внешнему виду похожий товар. Пока упаковка. Как-то так. Давайте в следующем видосе мы распакуем вот эти вот наушники. Пока ставим лайки. Еще раз, наложный платеж. Суть в чем данного видео? Наложный платеж надо обязательно первую покупку делать наложенным платежом. Обязательно просите опись вложения и наложенный платеж. Но имейте в виду, вы попадете на пересылку и, соответственно, оплату процентов для перевода наложенного платежа. В моем случае это достаточно серьезная такая сумма денег. То есть она, ну, больше 1000 рублей, почти 1500 рублей. Именно пересылка и оплата процента Почте России. Так что давайте в следующем видео мы распакуем эти наушники. Подписывайтесь, обязательно комментируйте, пишите свое мнение в комментариях, я обязательно его учту, прислушаюсь или какой-то дам ответ. Пишите слово «Дональд Дак», чтобы я видел, что вы смотрели до этого момента. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.